18 марта в Казанском университете состоялось заседание ученого совета. Смотрим. В начале мероприятия работников университета отметили государственными и ведомственными наградами России и Татарстана. На заседаниях прошли выборы заведующих кафедрами, представление к присвоению ученых званий и обсуждение процесса выдачи дипломов докторам и кандидатам наук. Обращаюсь ко всем членам диссертационных советов. Поскольку, получив право самостоятельного присвоения степеней доктора наук и кандидата наук, мы несем с вами, уважаемые коллеги, полную ответственность. На мероприятии также состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве с экспертно-аналитическим центром Союза нефтегазопромышленников «Консалтинг». Согласно этому документу, Казанский университет выступит в качестве научной площадки для разработки умных микроконтейнеров. Биоразлагаемые нанокапсулы способны доставлять активные вещества без ущерба продукту и окружающей среде. Микроконтейнеры планируется использовать для решения экологических проблем и увеличения эффективности работы скважин на нефтяных месторождениях. Завершая заседание, Ильшат Гафуров внес предложение о процедуре открытия будущих мероприятий гимном университета. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.